В Буйнакске состоялось торжественное открытие 7 благоустроенных дворов в рамках реализации проекта «Городская среда». На прилегающих территориях многоквартирных домов были проведены работы по асфальтированию подъездов к домам, установке игровых и спортивных площадок, лавок, урн, новых опор освещения, а также обустроены парковочные места для транспорта. Выделение средств на развитие городской среды инициировала партия «Единая Россия». Я уверена, что город Буйнакск – это город традиции, это город интеллигенции. И если вот, как говорит Исламудин Ахмедович, где-то случаются акты вандализма, варварства, наверное, это люди, которые случайно попали в наши дворы. Нам надо охранять эту красоту.